Меня зовут Венцель Грюс. Я приехал из Германии. Мне не очень верилось в то, что я действительно выиграю. $16,503,110, $6,472,752. Уникум, фантастический уникум. Браво, браво. Это было что-то невероятное. Но я победил, и это действительно здорово. Должен сказать, что на первом выступлении я едва не умер от волнения. Я не знаю, обратили ли вы внимание, мне казалось, что папа Венцеля волновался больше, чем он сам. Впрочем, Венцель был еще занят мячом. Это было удивительно. Вернер, спасибо вам большое. Спасибо большое. Наверное, со стороны кажется, что это очень просто. Но могу любому рекомендовать как-нибудь попробовать подкинуть мяч вверх и удерживать его хотя бы тремя касаниями. Одно это уже достаточно сложно. А Венцель в это время производит сложные вычисления. Мы очень рады, что смогли показать уникальные способности Венцеля. Ведь неизвестно, когда еще нам представился бы такой шанс. И поэтому мы очень признательны.